мои дорогие подписчики. Сегодня я для вас сделаю небольшой обзор ICO проекта Effect AI. В данном обзоре я постараюсь вам донести все особенности проекта, расскажу принципы работы проекта, немного обсудим токен sale проекта, который, кстати, уже начался. Мельком пробежимся по white paper, мельком, потому что если начну разбирать детали, на это уйдет куча времени, так как Effect AI весьма длинный и грамотно составленный white paper, может найтись много нюансов, которые, конечно, стоило бы обсудить, но на это не хватит времени. Итак, поехали. Сразу же хотелось бы обратить внимание на оформление сайта. Выглядит все довольно-таки прилично. Мне он внушает доверие. Покажу вам доменное имя официального сайта Effect AI. Пожалуйста, обратите внимание, вот так вот выглядит доменное имя официального сайта Effect AI. Не перепутайте его. Так как сборы денег на токен сейле идут весьма быстро, могут появиться на просторах интернета фишинговые сайты, создатели которых попытаются наживиться на добром имени ICO Effect AI. Что мы видим дальше? Сразу же хотелось бы отметить то, что проект создан на блокчейне NEO. Вот внизу шапки сайта это показано. Effect AI – это открытая, децентрализованная сеть, предоставляющая услуги на рынке искусственного интеллекта. И как я уже говорил, все это будет работать на блокчейне NEO. Effect AI будет обеспечивать альтернативу таким проектам, как Amazic, Mechanic Stark, OneSpace и так далее. Сейчас мне хотелось бы назвать вам три проблемы, которые попытается решить, точнее уже нашла способ решения, проект Effect AI. Сначала я вот вам перечислю эти проблемы, а затем назову, так сказать, способы их решения от Effect AI. Первая проблема, поехали. Это обработка данных. Все интеллектуальные приложения требуют взаимодействия с человеком для построения и обработки неструктурированных данных и поиском шаблонов. Это приложение проходит обучение с помощью обработки больших массивов аннотаций. Второй проблем является расходящие задачи, которые затрудняют разработку сложного алгоритма, которые требуют взаимодействия с частями мира. Вот, к примеру, автономный автомобиль, то есть автомобиль, который едет сам без водителя. Он должен определять все знаки, которые существуют в мире, и знать правила дорожного движения. То есть тогда только он будет автономным, я так считаю. Если он сам не будет определять знаки, то это еще не полная автономность. Водитель должен сидеть. И последней, третьей проблемой является вычислительная стоимость алгоритмов искусственного интеллекта. Одной из самых дорогостоящих и интенсивных задач является разработка и обучение искусственному интеллекту, так как для этого требуется техническая инфраструктура, которая будет обрабатывать колоссальные объемы информации. Вся эта информация производится на видеопроцессорах GPU. Вот я вам перечислю сейчас три проблемы, которые будет решать Effect AI. И сейчас назову способы, так сказать, их решения. Благодаря блокчейну можно обеспечить связь между спросом и предложением. Можно осуществить прозрачность сети, что приведет к высокой степени доверия между агентами. Благодаря блокчейну также можно разнообразить знания и сделать искусственный интеллект более доступным. Сеть Effect AI установит следующее. Это первое. Доступность. Платформа Effect осуществляет прямую связь между спросом и предложением. Тем самым делает алгоритм искусственного интеллекта проще и быстрее и дешевле. Второе. Точность. Благодаря этому приложению можно находить отдельные приложения, чтобы покупать и продавать информацию. Приложение называться будет The Effect Smart Market, сокращенно ESM. Третий пункт. Представление. Пользователи могут покупать сервисы из алгоритмов ESM или могут настраивать новые наборы благодаря алгоритму EMT. Это позволяет быстро и точно использовать данные набора для обучения искусственному интеллекту. И последнее, четвертое, взаимодействие.
Благодаря сочетанию множества алгоритмов можно добиться появления новых интеллектов, которые ни один алгоритм АИ не может достичь сам по себе. Вот сейчас, дорогие мои подписчики, я вам перечислил основные проблемы, которые попытается решить эффект АИ, точнее уже, грубо говоря, решила. И пути их решения перечислил, которые также устанавливает сеть эффекта. А теперь хотелось бы немного поговорить про токен сейл, который уже идет. Переходим на вкладочку токен сейл на сайте, вот она. И что мы видим? Токен сейл стартовал 24 марта. Продлится он 18 дней со дня старта, то есть токен сейл достаточно короткий. Soft cap проекта 4 миллиона 280 тысяч евро, hard cap проекта 14 миллионов 820 тысяч евро. Так как за первые 3 дня проект собрал около 10 миллионов евро, а осталось еще, грубо говоря, 15 дней, думаю, хардкап будет легко достигнут за эти оставшиеся дни. Так, что еще мы видим? Пополнить баланс в кабинете, ну, точнее, приобрести жетоны эффект АИ можно с помощью токена ГАЗ и монеты НЕО. Только вот такие вот подходят токены и монеты. За доллары, эфириум, биткоин нельзя его купить. Всего выпущено токенов 650 миллионов. На токен сейле продается 40% от этих 65 миллионов. Точнее 650 тысяч миллионов. Итак, давайте же посмотрим, как же распределяются эти 650 миллионов токенов. 40%, как я уже говорил, так сказать, повторюсь, выделено на публичную продажу. 20% на дальнейшие разработки. 16% на платформу. И вот, кстати, сразу же процентное соотношение по ним в токенах снизу отображается, вылазит маленькая всплывающая табличка. 15%, конечно же, команде, 7% партнерам и адвизорам и 2% на баунти, 13 миллионов токенов, так сказать, бесплатно раздают. Довольно-таки неплохой такой пул, очень расщедрились создатели. Еще хотелось бы сказать, что, думаю, вот эти вот цифры 4 миллиона 280 тысяч и 14 миллионов 820 тысяч достаточно такие умеренные. То есть они не завышают, так сказать, стоимость своего, ну, грубо говоря, назовем, проекта. Потому что сейчас выходят ICO с такими ценами, что просто не знаешь, куда еще, может быть, больше они придумали. Тут достаточно таким размеренные цифры. Мне кажется, они должны всех устраивать. Хардкап будет. Так, смотрим дальше. Вот теперь видим соотношение, теперь просто в процентах. Выше мы видели в диаграмме, тут просто процентные соотношения и куда, сколько процентов уходит. Так, дальше видим опять диаграмму. В ней указано распределение собранных средств. Вот они доступны в такой вот красивой красной диаграмме. Все, не знаю, мне очень нравится оформление сайта, все оформлено, куда нельзя лучше, не знаю. Очень классно. Так, вот видим кнопочку «Присоединиться к баунти». И в подвале сайта мы видим, в каких социальных сетях доступен проект эффект АИ. Вот Facebook, Twitter, тема в Bitcoin Talk. Возможно, запишу еще один обзор, в котором немножко раскроем тему Bitcoin Talk и посмотрим, что в ней там пишут. На Medium, Telegram и так далее. Далее мы видим поле, в котором можно подписаться на новостную рассылку эффект АИ. Вот, вводим в данное поле свой email, нажимаем кнопочку subscribe for newsletter и тем самым подписываемся на новостную рассылку. Вот снизу указано, так сказать, горячие контакты, горячие линии эффект АИ. Еще раз дублируется ссылочка на сайт. Так, смотрим дальше, что мы увидим еще на сайте. Раздел «Факты». Здесь мы можем увидеть ответы на часто задаваемые вопросы.
Вот, к примеру, нажимаем, и сразу же появляется, снизу всплывает ответ. Выплывает все, выполнено достаточно таки красиво. Мне очень нравится. Если у вас все-таки появится желание инвестировать в данный проект, и появятся какие-то вопросы, в которых я не ответил на видео, в которых вы не нашли, так сказать, в моем видео ответов, заходите в раздел «Факты» на сайте. Напоминаю, domeneffect.ai, не спутайте его. И смотрим, какие же все-таки часто задаваемые вопросы есть, и смотрим на них ответы. Если все же нет ответов на ваш вопрос, тогда уже можно присоединиться к Телеграму, там задать вопрос, либо же написать e-mail, повторюсь. E-mail вот снизу указан в подвале сайта hello@effect.ai. Так, смотрим дальше. Перейдем еще раз на главную страницу. И что мы видим? Мы видим, сколько собрано уже средств. На данный момент собрано 10 миллионов евро, не буду называть уже оставшиеся, так сказать, копейки. 67% от хардкапа собрано. Продано уже, так сказать, более половины токенов, более 130 миллионов токенов Effect AI. Так, посмотрим, вот есть ссылочка на YouTube. Вот официальная презентация проекта Effect AI от создателей. Презентация довольно-таки красочная, красивая, смотреть приятно, так сказать, радует глаз. Все схематически описано очень понятно, все красиво в таком стиле. Не мультяшный вроде бы, но и вроде бы не что-то такое из жизни, но... Стиль очень приятный, радует глаз у него. Так, идем дальше, мои дорогие подписчики. Токен Sale дублируется кнопочка, которая есть в шапке Токен Sale. Команда проекта, это точнее адвизоры были. Вот, а вот сама команда проекта. При нажатии на фотографию члена команды мы перейдем на ее страницу LinkedIn. Идем дальше и попадаем уже в подвал сайта. Тут я уже рассматривал все и думаю, на этой ноте надо завершить видео, но вспомнил, что я вам обещал сделать краткий обзор white paper. Итак, поехали, что мы увидим в white paper интересного для нас. Вот white paper официальный. White paper выполнен очень в хорошем, так сказать, с хорошим, так сказать, вкусом. Я человек, который уже перечитал их кучу, дал вам свой отзыв. То, что white paper составлен качественно и очень грамотно. Как обычно в начале, ну не как обычно, сейчас развелось очень много проектов, где просто white paper штампуются, я не знаю, как будто на сайте заказывают за $1. Тут все сделано красиво, как полагается. С самого начала мы вот видим содержание. Дальше какое-то вступление. И вот такая вот схемочка. Запуск проекта будет разделен на три фазы. Первая фаза — это Mechanical Turk, вторая фаза — Smart Market и третья фаза — Power. Когда эти три фазы пройдут, тогда проект будет работать, можно сказать, в полной мере. Итак, смотрим дальше, что мы еще можем полезного здесь увидеть. Я вообще считаю, что проект Effect AI очень хороший, и токен будет просто очень хорошей инвестицией для вас. Так, схемочка, как будет работать все, переводы, графики, формулы. White paper составлен очень грамотно. Тут можно найти все, что надо потенциальному инвестору. Так, и давайте перейдем, наверное, уже на сайт и подведем, так сказать, какой-то вывод. Не знаю, вот почему-то у меня, наверное, браузер это не подгружает или что. Попробуем обновиться, перезагрузить страницу. Вот, вот он красивый, этот логотип, мне он так нравится. Просто, не знаю, смотрю на него и ловлю кайф. Хочется, кажется, смотреть на него вечно. Итак, дорогие мои подписчики, для инвестиций, думаю, этот проект весьма подходит. Но если все
все-таки вы не желаете в него инвестировать, то хотя бы просто перейдите, ознакомьтесь, это будет полезно. Вот так вот выглядят проекты, от которых в дальнейшем можно что-то получить и ждать чего-то. Они только конца ICO, раздачи токенов и до свидания. Да, итак, спасибо за просмотр. Ставим палец вверх, пишем комментарии, задаем вопросы. В описании под видео выложу официальную презентацию от создателей проекта Effect AI, ссылочку на white paper, на сайт и мои какие-то будут контакты. Если что, обращайтесь, задавайте вопросы, постараюсь вам ответить. Но знаете, всегда вот есть раздел «Факты». Там я вот почитал эти вопросы, часто задаваемые. Практически на любой вопрос, если вы новичок, вы там найдете ответ. Ну, новичок в плане на сайте Effect AI. Всем спасибо, пока!